Я чё-то не понял, он чё, опять что ли на запись не пришёл? Нам что, опять ролик без него записывать? Куда он пропал-то, я не понимаю? Я вот не понимаю, почему мы второй ролик подряд должны записывать без него? Он же понимает, что мы будем материться, есть, кричать друг на друга и делать всё, что только можно. Не, ну слушайте, а чё мне нравится? Захватим его канал, всех подписчиков себе заберем, закажем сейчас хавать на записи и будем веселиться. Да и пофиг на этого Эдисона, все будет нормально. В прошлый раз же все хорошо у нас получилось. Вы тем более видели, сколько подписчики лайков набрали. Сколько комментариев было, все были довольны. Я думаю, а в целом тихо, Эдисон не нужен. Хватит все болтать, давайте просто материться. Каждый из нас будет... Я предлагаю прямо сейчас заказать 10 пицц и всем кушать вместе. Моя уже через 5 минут приедет. Ты заказывай себе пиццу, а ты, Клайб, не матерись! Если это нет, еще не значит, что можно материться! Все уже, хватит! Давайте уже начинать искать! Я предлагаю, в первом раунде ищу я, и ищу номер, и давайте еще кого-то... Вот ты, Натаха, давай, что стоишь, молчишь? Вот все мы втроем будем, как вам такой план? Мне нравится, вот, тем более вы с Натахой вместе. Ну вот и отлично, значит, начинайте разбегаться, и в 14 минут 30 секунд... Мы вас будем искать! Время пошло! О, побежали! Побежали! Ядрить, колотить! Натаха, ты... Натаха, ракетницу убери! Ты что творишь? Так, Натаха, дай пушки. Пожалуйста. Так... Наташ, время еще не вышло! В смысле? Успокойся, Наташ! Ты что творишь, Наташ? Стой, время! Еще 5 секунд! Ты куда побежала? Ну время, очевидно, уже пошло! Все, домик, побежали уже искать! Да сейчас я пойду, меня Наташа застопила! Ты понимаешь, как тут побежать? Давай, давай, я пока на озеро побегу! Ты, главное, вот, Наташа, походу, сегодня не в настроении! У нее когда настроения нет, ты бы знал, какая она злая! Поэтому ты сильно на глаза ей не попадайся! Ты, может, случайно Наташу до съемок обидел? Я вообще, я-то тут при чем? Нет, мы даже не созванивали сегодня. Я потому такое что... хорошее место нашел! Вы да меня нет! Никогда не найдете! Наташа, не свести денег не будет! Подожди. Наташа! Не свести! Я не могу сосредоточиться просто на игре. Наташа, блин! Ты как меня увидела, Наташа? Ну, Наташа! Наташа! Закрой дверь, Наташа! Наташа, ты что, разогрелась, тётя? Ты сколько человек уже нашла? Мулвик из церкви бежит, Мулвик из церкви! Я не бегу, нет! Поймал! Блин! Я нашел как раз двоих. Оп! Я нашел троих в одном месте. Ребята, я нашел. Наташа, ты как ищешь вообще? Ты домики проверила перед церковью или нет? Домер, ты когда... какое-то место проверяешь, ты хотя бы говори, какое место ты проверяешь! Смотри, я сейчас проверяю кладбище. Но я не понимаю, почему Наташа все время то свистит, то шипит, то я еще вообще какой-то пук слышал, как будто кто-то пукнул. Наташ, ты обиделась на меня, ты так и скажи, я не понимаю, что с тобой, Наташ! Последний раз, когда я с ней переписывался, все нормально было. Да вот именно, мы вчера только вечером созванивались перед сном, и все нормально! Наташа, ты... Чел, беги! Так, это церковь, церковь, церковь! Поклоните в церкви, Наташа! Этот домик! Все, поймал, нашел! Два человека в церкви! Вот я бегу за ними, Наташа, спасибо! Спасибо! Наташа, у тебя микрофон есть! Ты разговаривать можешь! У тебя все нормально! Стой, а может у нее просто микрофон сломался? А не работает микрофон! А я тебя вижу! Да погоди ты! Из-за них тихо! Наташа, а ты могла мне как-то, ну, написать заранее? Ну что, микрофон не работает, мне-то откуда знать? На что ты обиделась? Что я сделал не так, ты? Так это у тебя надо спрашивать, хотя... Сама ты лох, но так ты оборзела! Ну, Крейт, так девушку обидеть, конечно, еще надо постараться. Чтобы она тебя игнорила в Майнкрафте. Чтобы она меня игнорила в Майнкрафте и лохом называла. Номер тоже. А ну, я тут, почему? Ну, ты права, да, но я даже причем. Не твой парень. И, слава почему богу, я? Ты ее парень, слышь? А, ну ты ее парень, да. Да ну, нет! А я-то чего? В смысле, пока...
Это что, оборзело? Это пока что не мой. Так, Домер! Братишка, мне кажется, у тебя проблемы. Домер! Нет, я с ней не так часто общаюсь. Домер! Мы с ней не созваниваемся. Ты не подумай, у меня своя девушка есть. Я с ней 5 лет встречаюсь. Это границы как-то держи, ты не офигела ли? Привесенький, я на кроватке лежу сейчас, на кроваточке. Где эта кроваточка? Где кровать? В доме таком красивом, большом. В красивом доме. Я бегу к тебе. Будем на одной кровати прятаться. А я могу сматериться, ребята, или нет? А? Наташа, стой! Наташа, стой! Наташа, стой. Я же знаю, где ты. Ну на что ты, стой ты! Да на что ты обиделась? Ты можешь мне сказать по-человечески, ну ё-моё! Мне опять угадывай! Клайб, я тут! Ты офигела? Нафиг, Клайб, что ты тут делаешь? Просто скажи, ты хочешь, чтобы я тебе цветы заказал? Могла бы просто попросить! Клайб, я в домике, возле кроватки, ты где? Хорошо, Наташа, я прям сейчас, я заказываю тебе цветы. Ведрём, батон, что взорвалось! Наташа, успокойся, я заказываю тебе цветы! И ты тоже видишь, да? Почему? Наташа, я же Клайба! Да ну нет! Я в туалете сидел! А, Бишка тоже пойман! Нет! Не надо жрать! Капец, тут народу! Да Наташа, это я! Это что такое? Мы сейчас с Наташей как раз ищем тут людей в красном доме. И мне интересно вообще, есть ли тут кто-то. Но я заметил, вот после того, как ты сказал Наташе, что вот купишь ей там шоколадку, там цветочки, она стала добрее. Наташа, фу! Нет! Восемь человек осталось. Наташа, у тебя все хорошо там? Подожди, может она просто горло сорвала? Так она же написала, у нее микрофон не работает. А, у тебя микрофон не работает, ты горло сорвала. Капец, ты там... Наташ, мы вчера вечером созванивались, все хорошо было. Что за эти парочки? А? В смысле понос? Так девочки вроде не какают, в смысле? Ты должен знать, чем питалась твоя девушка. Из-за чего у нее может быть понос? Девочки нет, а я жестко пержу. Наташа! Наташа! Ну... Брюжа пилят! Хватит трындеть, замолчите уже. Наташ, ну я заказал тебе цветы, все, успокойся, пожалуйста. Вот сейчас ролик запишем, я тебе этот... Засунь их себе куда-то. Жрет, мне кажется, тебе девушка сломалась. Ты обидел ее как-то, что ты сделал? Ты что, она пишет нафиг, херейт. Ты чем ее накорми? Просроченные суши, нафиг, херейт, как ты мог? Такое чувство, что Наташа вообще с херейтом больше общаться не хочет, Наташа. Ты че? Херейт, вы точно с ней встречаетесь? Точно, Наташа. Давай у нее спросим. А если они расстались? Наташа, вы вместе еще? Вы вместе с Херейдом или нет? Может, вы расстались уже? Нет. Что? Нет. Вот это поворотик! Фига себе! В смысле нет? И как долго вы это прятали? Наташа, стой! Стой! Это Наташа пукнула? Наташ! Хватит, ну... Ну в смысле нет? Ну в смысле больше не вместе? Ну Наташа! Наташа, ну посмотри на меня! Наташа, ну пожалуйста. Нет, Харри, тут, мне кажется, цветами уже не обойдешься. В смысле не обойдешься? Я заказал тебе большой букет гипсопила. Кого нафиг? Гипсопилы! Слушай, мужик. А? Мы с тобой не были вместе, чтобы ты ко мне приставал весь этот раунд. Что? Ты глупый, что? Это ты нафиг глупый? Ты что, по моему выражению лица не видишь, что это я? Ты когда вот эту вот одежду надевал, ты какой логикой руководствовался? Ты в гости, до чего ты меня только что говорил? Я сейчас так испугался! Да хотел потроллить, чтобы вы опять обрадовались, что сегодня меня не будет, что можно опять материться. Да, Клайб? Когда меня не было, как жестко Клайб здесь матерился без меня в предыдущей серии. Скажи спасибо, я Клайба еще нафиг сдерживал, чтобы он не матерился. А ты вот так вот со мной поступаешь. Ты в курсе? Я ведь почти тебя поцеловал, мужик. Я ведь почти это сделал. Ну, в целом, если хочешь, можешь поцеловать. Я вот так вот стану. О, давай. Знаешь, я воздержусь. Иди нафиг от меня. Ну ты не надо ручонки свои распускать, когда-то так и нет. А когда твоя девушка болеет, Херейт, и когда она... Подожди. Я пришел переодеться, подожди.
А когда твоя девушка болеет, ты не можешь прийти на запись, потому что болеет. Надо бы сдать херы. Так, все, пора вот это, переодеться обратно в себя. Я не понимаю, где еще 3 человека могут прятаться. Потому что я сегодня нашел 2 раза больше людей, чем мы с Домером вместе взятых. Ставерон, Зенни, брат Домера и кудряшка Сью. Фиг его знает на самом деле, где эти 3 человека могут спрятаться. Такое ощущение, то, что я уже исследовал все, что здесь только было. Я не смотрел только пещеру, которая за сеновалом находится. Возможно, там кто-то есть. Мы в качалке. В какой качалке? Я нашел их! Они ё-моё! Оба! В сторону церкви бегут! Ловите их, ребят! Ловите! Я верну в сторону! Какой церковь? Вижу! Нифига, кудряшка Сью осталась. Блин. Вот нафиг! А я была в пещере. Вот вы меня не успели поймать. Она была нафиг в пещере. Так какая пещера? Мы пошли ферму проверять! Армеша, куда ты меня везешь? Я еще всем все покажу. Я всех сейчас уделаю. Дед, скажи мне, пожалуйста, тебя вообще не смущает, что ты на коляске? А что в этом такого? Ты мне предлагаешь весь раунд вести тебя на коляске, чтобы ты кого-то искал? Нет, сейчас встану, пойду. Я тебя вез сюда, как ты пойдешь-то? А я сейчас встану и пойду. Подожди. Так вставай уже. Сейчас. И вот, смотри, стою. Только позвоночник сломал себе. Неважно, стою. Вот видишь, на все способен еще. Кто-то пускай ищет. Выбирайте себе людей, кто будет с вами в команде. Если дед хочет искать, ну дайте деду поискать. Ну, на старости лет не грех и развлечься, поэтому, ну ладно, пусть ищет. Вот, а давай с нами еще будет искать их Данил и Клайд. Ядрё пошло! Я пиццу кушаю! Какая вкусная с курочкой. Я не готов! Ты опять живешь на записи? Да я не виноват! Мама принесла пиццу, она уже готовая была. Что же, заставляйте, чтобы я остывала? Нет! Да нафиг! Каждый раз с одной ножи, как я эти электрошокеры убили базуку, Клайд! А можно материться? Я не понимаю, вы что нафиг стоите? Или вы не видите, то что время там на пиццу? О, господи! Я не понял! Подбеги давай! А какой таймер? Толкай! Я тебя не повезу! Только! Господи, ладно, тогда сам побегу, раз меня никто везти не будет! Мишка, я с тобой! Не надо, Эдуард! Не надо! Так, а может... Давай, погнали! Викзанил, хватит есть! Там искать их уже надо! Я бегу! Ладно! Господи, нафиг! Да когда фиг забр... Господи! Так пулемет свой убей! Вот. А, это Икс-Данил. Ну, может фартанет, я не знаю. Вот они! А ну-ка, стой, банан! Опа! Я не понимаю, почему так много людей в самом начале кокнулось, а? Я профессионал просто, а дед так, ну тоже играть иногда умеет. Господи, да хватит подыхать уже, это кошмар какой-то! Я двоих нашел! Ты сейчас подавишься за своей пиццей, Данил! Да, пикарь! Клайб, ты сумасшедший? Да ну нафиг, ты под мою пинцовку вылезай, гербеша! Это что было? Стоять! Я сейчас подавлюсь своей... Кто? Клайд! Вот это уже сейчас не я пипкал. Это не я! Кто целится? Это я! Я нафиг пытаюсь связаться с тем, кто это делает, а это ты! Ответь мне. Клайб, это не азбука Морзе! Подожди, на кладбище! У меня перезарядка, на кладбище бежит! Он нацелился на кого-то, откуда? Он где-то в этом радиусе фермы тире воды. Примерно в этом где-то. Примерно я где-то в радиусе этой карты, я бы так сказал, Клайб. В полицейском участке здесь полно людей.
кто нафиг шмаляет рак... О, а... А... А, я спалил свое место... А... Чё говоришь? Чё происходит? А! Чё говоришь? Я говорю, чё говоришь, нет! Ты чё говоришь? Нет! Это... Чё говоришь, дед? Я у тебя спрашиваю, ты чё ты говоришь? Дурачок, это я у тебя спрашиваю, чё это говоришь? Это я у тебя спрашиваю, чё ты мне говоришь? Я ничего не говорю, ты мне чё-то говорил. Я ничего не говорил. Ну тогда и молчи. Ну вот и всё. Раз не говорил, молчи дальше. Оп! Где? Опа! Ты вообще нормально говори, дед? Ещё минус дед. Два, это кошмар. 5 минут осталось, вас ещё больше искателей получается, а вы ещё меньше ищете. Возле я тебя вижу. Возле озера бегаю. Я тебя вижу. А меня? Ты дурачок, дед? Кого ты видишь? Чё с тобой случилось? Ой, горе-то какое, ты видишь? Ой, мамочки, ты ж подожди. А что ж делать-то? Что нафиг? С ума там сошли вдвоём, а? Получи, Эдуард! Подожди! Выпусти за всё! Подожди, это не он! Да это не он! Это кукла, она там с первой серии маньяка нафиг! Тьфу, дед нафиг! Тьфу, дед нафиг! Если пошары, так ему не только сухой аппарат надо, ему еще и очки какие-то надо! О, Клай, привет! Привет, Клай! Привет, чё? О, я его вижу! Он на этой, на крыше он! Вон он, я его вижу! Вот! Попал! Нафиг. А на какой крыше? Перезарядка, крыши, подожди! Так он в амбар крыш. Бежит! Нафиг! Что нафиг происходит? Нафиг! Ты где нафиг? Нафиг! Ты что, его упустил, что ли? Нафиг! О! Давай! Ну вот это нафиг! Ну это нафиг уже! Нет, нафиг. Я его вижу! Вот тут! В амбаре! Где? Куда он делся? Вот тут буквально был! Что происходит? Ну где он нафиг? Да тут был буквально, я иду спать! Я в амбаре, Клай! В амбаре нету! Тут только армия на камере! Да ты офигел! Ты что по своим-то бахаешь? Да вы бесполезны! Ай, да господи боже мой, где-то тут в амбаре еще! Да что ты творишь, я сейчас тебя поймаю сам! Обезумно! Да ё-моё! Туда тебя! Что происходит? Нафиг! Я не могу! Нафиг! И Клайпа в команду это брать, это себя не уважать! Этот психопат потом еще всех предаст и будет один бегать со своей Машей вот этой вот... Да бесполезно, он никого не убил. Братома, беги ко мне в церковь в башню. Кстати, Ашан мне написала то, что она в церкви в башню. Нет, молчи! Я тебя спасаю! Тебя спаси, Ашан! Меня спаси! Не общаюсь вообще! Ёб, я тебя потом еще спасала! Да иди ты знаешь куда! Клайп, че там нормально, нет? Да я даже пристал, кто меня шмаляет током! Дедок, успокойся! Дед, у тебя прости. Сердечный приступ, ты на месте замер! Да нафиг у меня! Нафиг. Всё нафиг! Всё, ноги отказали, я ж говорил! Я не могу двигаться, нафиг! Я в токе уже 5 минут болтаю! Нет! Клайп, это ты виноват! Ты чё по нам шмаляешь? Это тебе карма за то, что ты своих предал, Клайп! Да, назад, главное, не оборачивайся, не смотри. Да не! Дядя! Я нафиг сейчас... Это ты давай делаешь, да? Да, это я... Ты делаешь перец? Да. Нафиг! Нафиг! Вот нафиг! Вас столько народу еще осталось! Нафиг! О, господи, Клайп, ты меня реально до сих пор не видишь, нафиг? Не вижу, меня все трясется перед экраном! Это нафиг кошмар какой-то, нафиг! Ты нафиг вообще капец, нафиг, нафиг, нафига! Клайп бесполезный, он перед тобой, а ты глазами пользуйся! Клайп, гокни меня, пожалуйста, я бегать не могу. Я, кстати, пиццу докушал, я теперь буду играть. Один глазами не пользуется, второй ест, третий выл... Нафиг! Да, наконец-то! Нафиг! Я иду искать... Гокни меня, Клайп! Я чей-то вообще без проблем. У него нога сломалась у Икс Данила. Да, помоги мне! Нафиг, это кошмар какой-то, нафиг. Да нафиг! Нафиг, это кошмар какой-то. Питать... Мужик! Питать...
сейчас вылезаю по звуку нафиг! Ты какая-то нафиг, ты куда шмаляешь, нафиг? Нафиг, нафиг, нафига! Опа! Опа! Нафиг! Да мой! А все, ты уже убить не сможешь, у меня физическое ранение, время вышло, уже ничего сделать не сможете. Вы сзади, смотри, сколько сзади вас людей еще, которых вы даже поймать не успели, нафиг, а? Че говоришь, люди? Мне пища не так, как-то не так. Че, дед, где люди? Дед! Че говоришь? Я говорю, говорил! Нет, говорю, ты че говоришь? Нафиг, Клайп, иди нафиг. Да, не-не-не-не, нет, я говорю, нет! Это какая-то просрочка! НЕЕТ! Господи! НЕЕТ!